Мужик на лошади заезжает в деревню Верхние Жлобы ночью, полная телега дров. Мужики, выходите, я дрова привез. Лошадь взмыленная поворачивается. Ага, ты привез. Подвыпивший отец семейства возвращается домой в 2:30 ночи. Свет не нащупал, зацепил сервант, рухнула люстра. Бидон какой-то упал, ваза с цветами, грохот, виз, треск сумасшедший. Включается свет, стоит жена. Трясутся такие глаза в помятой ночной рубашке. Трое детей смотрят на папу, а он... Шо не спился без папки? Итак, представьте себе, группа людей, злодеев, негодяев, бандитов привозят молодого парня, там заснеженное озеро, они сверлят лунку, опускают его головой туда. Ну и главный бандит говорит, ну что, брат, может, будешь позговорчивее сразу, чтоб тебя не опускали больше в полынью. Расскажи, золото, бриллианты, ценные вещи есть? Тот говорит, нет. Ну, ты сам напросился. Его опять опускают головой, достают. Ну, что, может, скажешь, недвижимость, машины красивые. Ребята, нету нифига совершенно. Может, что-то есть, но вода мутная, не видно нифига. Судят боксера за то, что он вырубил 3 бандитов. И вот судья спрашивает, как вам удалось вырубить 3 здоровых мужиков? Он говорит, ну, первое, я перкотом уложил. Как бандероль лег сразу на пол, не шевелясь. А второму левый крюк рухнул, как подорванный. Так, дальше. Что дальше? Ну, первого, второго, третьего. А третьего у меня день рождения. 2 грузина. И чё, что бы ты делал, если бы на тебя в лесу напал медведь? Бели бури. Бури. А я убежал. Ха, а он догнал. А я на дерево залез. А нет деревьев. Что за лес такой? Такой лес был. А я его вилами заколол. А вилей нет у тебя никаких совершенно. А я из ружья застрелил. И ружья нет. Бечо, я не врубаюсь. Ты чей друг? Мой или медведя? Спасибо.